Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. На моем канале очень много гайдов по игре World of Tanks, но все они в основном дают какие-то общие советы, либо показывают какие-то позиции, направления. Но этим видео я открываю новую серию видосов, где буду рассказывать в подробностях и во всех тонкостях, как играть на том или ином направлении, на определенном классе техники, со всеми мельчайшими деталями, на различных картах. Из таких видео вы узнаете, куда и на каком классе техники на разных картах нужно в первую очередь ехать, для чего ехать, как туда безопасно добраться и что там уже на местности делать, какие основные приоритеты и что нельзя делать ни в коем случае. Вот, допустим, у нас карта линия Маннергейма. Для справки, она раньше называлась Заполярье, со временем она сменила свое название, но суть — карта несла всегда одну и ту же. Правый фланг, где имеется у нас береговая линия, это направление для тяжелых танков. В квадрате H9 это середина фланга. Это то место, вокруг которого пляшут все бронированные, тяжелые, средние и кому вообще в принципе интересно сыграть на результат танки. В основном сюда едут все средние и выше среднего игроки. На другой же фланг едут танки, которые играют в основном пассивно, либо же иногда агрессивные всякие СТшки. Опять же, все по ситуации, зависит от сетапа танков и от того, куда поехали ваши союзники. Одному на ТТ на фланг ехать нет смысла. Вам будет тяжело сдержать врагов, особенно если по сетапу балансировщик вам накидал в команды много тяжей. Поэтому лучше отыграть на базе. Но если ваша команда все-таки поехала играть этот фланг для тяжей, что же на нем нужно делать? В этот раз мы рассмотрим команду, которая играет слева внизу. Если вы там появились на тяжелом танке, неважно это ПТ, ТТ и даже на некоторых СТ, которые могут играть от башни, спокойно можно ехать на этот фланг на правый и вдоль береговой линии играть от башни. Чтобы безопасно доехать от левой нижней базы на наш замечательный фланг, сразу же нужно прижиматься как можно ближе к берегу и не ехать прямо посередине. Ни в коем случае нам нельзя поджиматься под скалу H7. Да и в принципе, если мы вдоль берега будем ехать, мы уже туда не поедем поджиматься, поскольку очень часто вражеская команда светит эту перекатку. И на этой злополучной перекатке, если вы не будете прижиматься к берегу, можете слить все хп своего танка и уже в самом начале боя подведете и себя, и свою команду. Это нам, конечно же, не нужно. Поэтому едем, как я в этом бою, вдоль берега. Наша цель — это ямка в J7. Как только мы в нее доехали, наши следующие варианты действий. Мы можем выехать наверх налево и от башни пострелять на вражеский балкончик, который находится практически на вражеской базе, либо пострелять направо на верхнюю дорогу, вдоль верхней дороги, которая представляет из себя верхний ярус этого фланга. Долго там застаиваться нельзя, поскольку с вражеского балкончика нам могут сюда простреливать вражеские ПТ и остальные кемпедроты. Но на молодости можно один раз выехать, от неожиданности стрельнуть и как можно быстрее назад спрятаться в эту яму. После чего также еще варианты действий в этой яме. Конечно же, развернуться лицом к врагу, откуда он будет ехать на нас. А ехать он будет по нижней дорожке нашего двухъярусного фланга. И здесь можно от башни стоять, встречать врагов на повороте. Если наших союзников вперед поехало мало, то лучше немножко подождать и стать танком, который будет прикрывать наших союзников, разменивать их хп для того, чтобы они не слились бесплатно. Поскольку если мы поедем вперед, но нас все равно будет мало, нас просто бесплатно убьют, и никакой пользы мы не принесем ни себе, ни команде. Поэтому сзади стоим от башни, размениваем своих союзников, насколько это возможно. Но если наших союзников больше, в таком случае здесь стоять особо смысла не будет. Мы просто будем смотреть, как наши союзники выиграют без нас. Поэтому если вы видите по миникарте и ушам, что все практически светились, они уже на миникарте видны, и здесь врагов мало, а союзников много, то мы тоже едем вперед. Вместе с ними продавливаем фланг и после этого решаем, что делать дальше. Либо ехать вперед на вражескую базу, либо ехать на свою базу, чтобы ее защищать, либо продавливать другой фланг. В принципе, здесь ничего сложного нет, но есть одна особенность на этом фланге. Вся эта береговая линия, она находится под наклоном,
И если ехать просто прямо, ваш танк будет скользить, падать в воду, и вы рано или поздно потопите свой экипаж вместе с танком и отправитесь в следующий бой. А этого нам не надо, опять же. Поэтому для того, чтобы ваш танк не тонул, не скользил, не падал в воду, в то время, когда вы едете под наклоном, нужно поворачивать танк влево-вправо. Делать это нужно не совсем быстро, чтобы танчик успевал немного повернуть в сторону, а потом повернуть в другую. Поскольку если вы будете сильно долго нажимать поворот, ваш танчик развернется, и тоже вы упадете в воду и утонете. Здесь нужно потренироваться и понять, с какой продолжительностью держать поворот. Пару раз попробуйте и все поймете. Да и нельзя сказать уверенно, сколько нужно поворачивать на каждом танке, поскольку у всех своя проходимость грунтов, своя мощность двигателя, свое оборудование, экипаж и скорость поворота корпуса. Поэтому на каждом танке это все индивидуально. На некоторых нужно подольше поворачивать, а на некоторых совсем чуть-чуть. Также на длинных танках все это происходит куда удобнее, чем на коротких. И очень большая разница, как танки ездят по склону или под водой, в зависимости от веса танка. Поэтому каждый танк индивидуален. Также на более медленных танках на этом фланге можно занять позицию не такую близкую к середине фланга. Немного стоять подальше, на одну ямку заранее, не заезжая по флангу так глубоко. Там тоже можно стать в рельефе и наказывать врагов, которые выкатываются на ваших союзников, которые играют агрессивно. Опять же, все по ситуации. В общем, что основное мы поняли, как здесь играть. Во-первых, сюда нужно безопасно доехать, и держаться нужно как можно ближе к этому самому берегу. Сверху кататься нельзя, поскольку там простреливает и арта очень хорошо, и ПТшки с вражеского балкона. Да и когда вы едете в начале с вражеского респа, очень часто враги становятся в начало верхней дороги, и вдоль нее вас пересвечивают и на перекатке расстреливают. Поэтому нам нужно для начала безопасно доехать, укрепиться, определить, можно ехать вперед или стоять разменивать союзников, после чего действовать по ситуации, либо ехать в атаку, либо ехать защищать свою базу. Играть нужно аккуратно, размеренно, от рельефа, стараться, чтобы наш танк не скользил, для этого поворачивать влево-вправо. Каждое действие на этом фланге является критически важным. Лишний раз куда-то перевалились, назад уже вряд ли вернетесь. Если неправильно поймете ситуацию в бою, наказание последует мгновенное. Здесь права на ошибку не будет. Здесь происходит прям лобовое столкновение с кучей вражеских тяжей, если они опять же есть в бою, что может положительно сказаться на вашем результате. Пишите в комментариях, как вам видео, в которых мы разбираем все тонкости игры прямо на передовой, а не какие-то там теоретические вопросы в штабе, где мы просто подготавливаемся в теории. Я думаю, что такие тонкости более интересны и важны. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока.